Привет птицеловам! Только что провел тест 4-метровой сети. Часто задают вопросы, что осталось еще у меня в наличии, что у меня в наличии есть. Ну давайте покажу хотя бы частично, что есть. Ну вот из последнего это я уже показывал, шесты. 2800 цена комплекта, это очень недорого. Это очень недорого. Я свои вот шесты, которыми я ловил в прошлом году, брал по 3800, это было в прошлом году. По 3800 за штуку, и крепление делал сам к ним. Этот комплект 2800. Потом дальше. Что с Дэн? Что у нас из Дэнье? 150 Дэн, 9 метров на 3,2 метра, 15 миллиметров ячейка. Ну, кустовая сетка. Кустовая сетка незаслуженно как-то обойденная. Любители брали, много брали, но еще они есть. Как бы таким спросом у щеглоловов и у огородников спросом не пользуется. Потому что, ну, во-первых, ловить в основном, конечно, насекомоядную птицу ей, и только, естественно, в кустах. Потому что, ну... толстовато. Для огорода, для грядок толстовато. 1100 рублей. Очень недорого, кстати, тоже. Я посмотрел, такие же аналоги примерно на том же Алиэкспрессе. Они или дороже, или примерно по такой же цене. Далее, 75 ден. Что у нас осталось из 75 ден? 75 ден, 12 метров на 4 метра. 17 миллиметров ячейка. 15 метров на 4 метра. 18 миллиметров ячейка. И 20 метров на 4 метра. 18 миллиметров ячейка. Из Дэнье еще 150 Дэн. 26 миллиметров ячейка. Это... 5 на 3,2 метра, 8 карманов. И 20 на 4 метра, тоже 26 миллиметров ячейка, 150 ден. Но эти сети в основном ребята берут или на крупную птицу, или на перепелов. Хорошо берут на перепелов. То есть, смотрите, они еще есть, они остались по старой цене. Хотя, так скажем, первая партия юань был 9 рублей, сейчас юань уже 12 рублей. То есть ничего, если кто-то там снижает цены там или по какой-то одной цене десятки лет продает, то ну делайте выводы сами, за сколько же это он берет и сколько вообще это говно стоит. Из нового привоза будет осенью 6 метров на 2,4 метра, 17 миллиметров ячейка, 75 ден. И 10 метров на 3,2 метра, 18 миллиметров ячейка, тоже 75 ден. Других 75 ден больше не будет. То есть вот привоз будет только 2 позиции 75 ден. Сейчас по 0,11 сетям. По 0,11 сетям проще, наверное, прочитать, потому что показывать будет очень долго. Значит, в наличии сейчас есть 6 метров на 2,4 метра, 8 метров на 2,4 метра, 10 метров на 3,2 метра, 15 миллиметров ячейка, 10 метров на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка, 11 метров на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка, 12 метров на 4 метра, 18 миллиметров ячейка, 14 метров на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка, 10 метров на 4 метра, 20 миллиметров ячейка, затем 4 метра, это из нового поступления у нас, 4 метра на 2 метра, 0,11, и что у нас еще осталось, и 20 метров на 4 метра, это из 0,11. Далее, белые сети, которые пришли, они тоже 0,11, значит, 20-метровых уже нет, остались 8 метров, 10 метров, 12 метров и немножко 15 метров. Все они высотой 2,4 метра, 8, 10 метров по 15 миллиметров ячейка, 12 и 15 метров, 17 миллиметров ячейка. Значит, далее по
по 0,08 сетям, по 0,08 сетям. 0,08 сети, значит, остались у нас 20 метров на 2 метра, 17 миллиметров ячейка. Одна сеть всего осталась 25 метров на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка. Немножко 15 метров на 1,5 метра, 17 миллиметров ячейка. 8 метров на 2,4 метра, 15 миллиметров ячейка. И с нового привоза пришли 10 метров на 3,2 метра, 15 миллиметров ячейка. 10 метров на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка. 10 метров на 3,2 метра, 20 миллиметров ячейка. Вот что на данный момент есть в наличии из сетей. Часто ребята спрашивают, как заказать сеть. Ну, я всегда оставляю номер телефона, это там можно написать на WhatsApp, на Viber, без проблем, я отвечу всем обязательно. На звонки не всегда отвечаю, потому что, ну, сейчас стройка, я телефон не беру с собой. Вот. И, допустим, когда я уезжаю в лес, скоро я начну ловить птиц. Ну, там бывает, просто связь не берет. Там не то, что интернета, там простой связи бывает нету. Не всегда, не везде, но частенько что бывает, что нету связи. Поэтому, допустим, вот взять, допустим, мой канал. Взять мой канал. Просто переходите. Здесь вот сверху написано, вот Владислав Ратников. Нажимаете, попадаете в контакты. Попадаете в контакты на мою страницу. На мою страницу в контактах. И здесь, вот здесь всегда есть актуальный, так скажем, список сетей, которые сейчас есть в наличии. То есть здесь он всегда полностью у меня всегда актуальный список. И если, допустим, нет чего-то, каких-то сетей, то я сразу же пишу, вот, допустим, белая 20 на 2,4. Закончились. Вот видите, вот. То есть здесь вы всегда можете посмотреть, какие у меня сети. Здесь я сразу же все, какие новые появляются сети, пишу, и какие кончаются, допустим, сети, и написать мне, допустим, в личное сообщение. То же самое можете зайти ко мне, допустим, на Одноклассники, вот. И то же самое в личных сообщениях мне просто написать. Я вам обязательно отвечу, сетку пришлю, без проблем. Сейчас о том, какие сети придут, их тоже проще, наверное, прочитать по бумажке. Ну, их тем более еще нет показывать. Суть какая, они уже не только заказаны, они уже сделаны и они уже пришли на таможню. Буквально сегодня я проплатил таможню, растаможку проплатил. Я думаю, к началу сентября они у нас появятся. Так, давайте я зачитаю. Значит, 75Дэн я уже сказал, какие будут. Значит, 0,08. 6 метров на 2,4 метра, 15 миллиметров ячейка. 4 метра на 2 метра, это будут 0,08. Вот сейчас есть 0,11, а будут еще 0,08, потому что ребята попросили еще потоньше. То есть тоже на 15 миллиметров ячейка. 10 на 2,4 метра, 15 миллиметров ячейка. 10 на 3,2 метра, 15 миллиметров ячейка. 10 на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка. 10 на 4 метра, 18 миллиметров ячейка. Значит, 15 на 3,2 метра, 17 миллиметров ячейка. 15 на 2 метра, 17 миллиметров ячейка. 15 на 4 метра, 17 миллиметров ячейка. Дальше 20 на 4 метра, 18 миллиметров ячейка. И попросили меня по спецзаказу 5-метровой высоты сети, но я заказал 4,8, я обычно по 40 сантиметров карман заказываю, хотя есть смысл и по 50 сантиметров тоже иногда заказывать. На некоторых птиц, допустим, на полевых 50 сантиметров тоже неплохой карман. Так вот, два размера, 15 метров на 4,8 метра
и 20 метров на 4,8 метра. Но это обычно, вот допустим, на ту же иволгу частенько просят, потому что иволга, ну что она бывает, идет поверху, вьется и не спускается. Или, допустим, на тех же белопоясых листов, они тоже не всегда спускаются к низу. Но еще на ряд птиц, то есть иногда 5-метровые сети, 5-метровой высоты, они нужны. Поэтому я их заказал. Из 0,11 сетей будет только 15 метров на 4 метра. Высотой будет только одна позиция в этот раз, потому что ну, 0,11 предоставлено и так много. Ну, что хочется еще мне опять же про AliExpress сказать, про AliExpress. Ну что, ну хорошая фирма, хороший магазин AliExpress, хорошая платформа, так скажем. Ну, там нет, абсолютно нет орнитологических сетей. Повторять это 10 раз, как бы, ну, смысла нет. Ну, как говорится, умный не скажет, дурак не поймет. Суть какая? Ну, возьмите тоже, допустим, там доску, к примеру, да, или возьмите стол, да, и на том, и на другом можно сесть покушать, да, допустим, ту же доску положить, там, на нее положить, покушать, да. Только к одному руки приложены, это изделие, а второе, это просто пиломатериал, хотя и то, и другое дерево. Ну, о чем еще говорить, я не знаю. Ну, на Али-Бабе нет орнитологических сетей. И настоящие птицеловы уже давным-давно не берут. И я вот просто, ну, я могу понять, когда там какая-то молодежь эти сети там рекламируют, ну, какие-то делают. Но они, скорее всего, ради просмотров это делают. Вот эти вот 008. И тем самым, вернее, эти с Алиэкспресса вот эти сетки тестируют. Но тем самым, делая себе просмотры, они людей вводят в заблуждение. Я не говорю, что надо именно у меня покупать. Надо просто, если ты птицелов, надо ловить сетями, а не бреднями для остановки птиц на поля, для преграждения полета на поля там птицам, чтобы птицы не залетали на поля, не клевали урожай. Ну это же земля и небо, ну разные вещи-то абсолютно. Понятно, можно и взять и ящик там, поймать воробья, там веревку привязать, как, ну, что, какие проблемы. Не вводите людей в заблуждение. На Али-Бабе нет орнитологических сетей, нет. Но хотите ловить, ловите говном своим. Людям не навязывайте, потому что очень многие, вот сейчас я знаю, ребята уже взрослые, да, они никогда не ловили сетками. Они всю жизнь ловили тайником. Сейчас уже годы не те, зрение не то, переходят на сетки. Мне же часто звонят, я со многими общаюсь, да. Они вот наслушаются вас, ваших дебильных тестов, да, и потом будут мучиться вот с этим говном. Нет нормальных там сетей, их надо все или переделывать, или хотя бы как-то руки приложить. Смысла в этом нет никакого. Ну, все на этом. Пока, до новых незабываемых встреч.